Сегодня в телешоу «Голос 60+» на Первом канале снова выступит Петр Завочанко и Ирина Аникина. Начало эфира в 21:30. В финал проекта пройдут лишь двое участников. Компания Polymetal ведет переговоры с потенциальным партнером из Южной Африканской Республики по разработке месторождения платиноидов Викша в Кандапурском районе Карелии. Медиапортал OMA Media запущен в режиме бета-тестирования. Онлайн-ресурс работает на 5 языках – это карельский, вепский, финский, русский и английский. Школьников Карелии познакомят с основами программирования и цифровыми технологиями. Занятия по проекту «Урок цифры» проходят до 4 октября. 27 сентября в парке Вакасалми состоится ежегодный фестиваль по скандинавской ходьбе «Русская Скандинавия». Праздник проводится уже на протяжении 5 лет. Несанкционированную свалку веток убрали в районе деревни Верховье. По закону такой мусор нужно самостоятельно отвозить на полигон, но граждане решили сэкономить.